Это реальная история одного человека, который написал свой дневник, друг которого запер ровно на неделю, и через силу он смог выстоять и жить дальше. Это очень щепетильная история. Каждый из участников до глубины души, я так думаю, проникся этой болью. Мы смогли донести до зрителя, что так делать не нужно, что это вредно, и насколько это больно, насколько это страшно. То, что ребятам по-настоящему удалось жить Савроле, видно и по сильной проникновенной игре. 14 минут откровенных переживаний, боли и ненависти. Борьба за жизнь и вся палитра чувств и эмоций, которые переживает человек, борющийся с зависимостью. Конкурсная комиссия определила работу как лучшую из представленных. Актерам удалось донести до зрителя весь эмоциональный смысл страшного внутреннего состояния. Я совсем один. Кому нужна моя жизнь? Мама наверняка уже давно поставила на мне крест. Марина... Даже страшно представить, что с ним. Нет. Я не хочу жить. Я хочу умереть. Я хотел бы донести людям, чтобы они не делали таких ошибок, как делал тот человек, который писал этот дневник. Я не хочу, чтобы они испытывали то же самое и донести до зала. Это. Хотелось как можно живее сыграть эту роль, и были некоторые трудности, но все же все получилось, надеюсь. Теперь участники Народного театра «Аквариум» поборются за победу уже на краевом этапе конкурса, который пройдет в декабре этого года.